В одной далекой галактике случилась такая история. 4 зеленых человечка с разных планет ездили в гости друг к другу. Но однажды, путешествуя в космосе, они увидели новую планету, которая всем понравилась. И все захотели там жить. Какая классная планета! По моим наблюдениям и показателям, очень даже пригодная для существования и проживания. Здесь можно дышать и даже есть вода. Температура только всегда высокая. Жара нас никогда не пугала. Плюс 80 градусов по Цельсию – ерунда. Мы давно ищем, где обосноваться всем вместе. Что это вы задумали? Вы кто такие? Это все наше, не пустим вас! И началась битва за планету. У кого-то закончились патроны, у кого-то силы. Так мы испортим нашу планету. И наш корабль повредить можем. У вас есть корабль? Счастливые, путешествуйте. Мы только мечтаем об этом. Так вы же можете взять наш корабль и отправиться в путешествие. Ура! Вот это да! Как здорово! Прилетайте к нам в гости. Пока! Увидимся!